Здравствуйте. Наш котик заболел дерматитом. И в магазине «Шиншилка» я приобрел вот такое средство для нанесения на шкуру. Его делает фирма «Артериум», серия «Ветеринария». У них много средств всяких. Ну, вот, мне посоветовали, я приобрел это средство. В его состав входит гентамицина, сульфат, L-триптофан, сульфат цинка и метоксан. Хорошее ранозаживляющее средство. Оно применяется для разных животных. Это нанесение на шкуру. Его можно и котам, и собакам. Вот. И таким образом, это он идет в виде порошка. Вот, можно посыпать и обрабатывать. Значит, оно не должно попадать в рот животному. То есть нужно дать время, чтобы оно отработало. Это средство, оно впитывается. Поэтому мы пользуемся таким вот воротничком, также купленным в магазине «Шиншилка». И котику нашему помогает. Покупайте в магазине «Шиншилка».